Мозичко! Я вас со всей силы приветствую. Вы на канале Лига Стайл, меня зовут Геныч. Мы продолжаем проходить God of War Ragnarok. Если хотите поддержать канал, подписывайтесь, ставьте лайк, теребоньте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Если хотите поддержать мое творчество рублем, то в описании есть ссылочка. Приятного просмотра, мы поехали. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Докладываю, собственно, мы с Лысым со Спарты и с Лысым из Синих, ну, то бишь, гномом Броком, идем. Куда мы идем, я забыл. А, к какой-то деве. Сказали, к бабе идем. Вот, к барышне. К женщине, в общем. Она нам должна отремонтировать оружку. Отремонтировать, либо создать. Но, скорее всего, отремонтировать. Потому что Синдри нам дал какое-то колечко. Вот, скорее всего, из этого колечка надо что-то будет сделать. Поехали. Так, ты меня только в ебеня не заведи никакие. О. Скорее всего, с помощью вот этой оружки можно будет открывать вот такие вот штуки. Чё тут светится? А, жаровня. Здесь, наверное, кузня будет, когда мы будем обратно идти. Так, ну надо же все посмотреть. Тихо, ворон! Где-то крякал ворон. А, ублюдок. На. 27 из 48, уже больше половины. Ну давай же, поверни маховик и вперед. Без лысых разберемся. Не работает. Э? Что на этот раз? Да я ебу, что ли? Ты, блядь, кузнец или я? Подвинься, дай гляну, на. Ремонтируй. Разорался, дурачок. Эх, ты ж ебаная тварь. Мне что, все в этом городе придется чинить своими руками? Мне кое-что надо. Давай за мной. Да чего ж можно место довести, а? Ну что за свиньи так поступают? Надо, чтобы этот наш топор поцеловал вон тот композит. Серебристо-шипастый. Придумай что-нибудь. Какой? Ты о чем? А вот этом? Это дело. Что она может? Ну, скоро мы с тобой это выясним. Так? Но точно знаю, если она нам очень повезет, она даст свое благословение. Это не каждой вещи достается, но когда она соизволит, оружие выходит на славу. Топор. Ну, конкретно с твоим топором была целая история. Может быть, как-нибудь даже расскажу. А мне что делать-то? Мне найти что-то надо или где, или как? Что-то он сказал за какой-то этот... За какую-то херню. Типа топор, херня. А, вот, все, нашел. Ебаш. Да, сейчас бы топором камни рубить. Не жалко ведь? Камень. Все. Я нашел, лысый. Лысый нашел для лысого. Вы единственное понимала мое изысканное чувство юмора. Толковая была женщина. Жаль, только в мужиках не разбиралась. Ушлепок лысый. А теперь откали мне кусок бронзы рядом с той кучей древесины. Вон та, походу. Ты сразу не мог сказать? В те дни я так хотел быть лучше всех, что работал до изнеможения. Так, со временем нужда кое-чему... А, блядь. Например, когда наконец выпадает шанс блеснуть талантом перед госпожой. Чё сразу-то не сказал? Пойди отруби мне синюю штуку и вот эту вот штуку. Дрочит меня, козлина. Сначала это принеси, потом то принеси. Сразу надо говорить. О, козлина, быстро же ты сдался с этой загадкой. Я не сдаюсь. Больше убавляешь, больше становится? Верно. Понял, это желание. Не-а. Что значит нет? Желание растет, если лишить себя того, чего ты желаешь. Да, не идеально, а у тебя что за ответ? Так просто я тебе не скажу. И что ты сделал там? Запчасть какую-то сильную. Ладно, вернемся к делу. Повернем этот маховик. Займемся кузней. Здесь нет кузни. Тут нет формы кузни. А нам нужна ее суть.
На один момент я его даже понял. По вкусу кузня, по сути, не кузня. Все. Можно крутить. И где кузница? Мы под воду приехали? Дева здесь. Где-то? Ух ты. Здравствуйте, товарищ Кратос. Это товарищ Брок. Приятно познакомиться. Я... Дай сюда. Батя сам разберется. Она сейчас сопрет и не отдаст. Чё за ножик? А, это же копье! Ну не себе хуя! Теперь буду как модный с копьем ходить. Давай сюда немедленно это говно. Ей нужен последний ингредиент. Кровь бога. Дай ей свою руку. Я сейчас в рыло ногой тебе дам. Че сразу-то не сказал? О таких вещах надо предупреждать заранее. Сейчас руку оторвет нахер. И все. Как комарик укусил. Колдуй, баба, колдуй, дед. Колдуй, серенький медведь. Омега. А это я не знаю. Треугольник. Точка. Очень удобное копье. Места мало занимает. На пальчик одел и пошел. Теперь надо научиться этим пользоваться. Благодарствую, мамзель. Пойду разъебу пару божественных задниц. Пожалуй. Опа! Видал, что синий? Нихуя себе. Дауи Фретер, чуть не забыл. Эй, госпожа. Окажи нам великую честь и... Благослови его. Эй. А вы не... Hello? Эй! Все? Hello? До свидания! Эй! Да какого хуя? Не благословила. Like и будто я пустое место. Русалки говорят не с физическими телами, а с определенной частью души. С той, которой ты, видно, лишен. Так, вот тут до него что-то начало доходить. Сука. Блять. Мать твою, Синдри, лживая ты, сука. Я знал. Я помер тогда, блять, я помер. Хули тебе надо? Благословение. Ну, та, что могла бы его благословить, умотала нахуй на глубину. Нужно благословение великого кузнеца. Чего? Не. И ничего не выйдет у меня. Моей душе не достает части. И благословение ни хера не даст. Но ведь важна лишь природа вещи. А не форма. Ладно.
добьет это оружие в цель. Да используется оно мудро. Да будет опущено, свершив свое дело. И в Кратосу въебало. Тьфу, блять. Умойся, ёптить. Ну вот, все. Возвращаемся домой. Новая запись о легенде. Дева-кузница. Ну-ка, давай глянем. А где? Ну, елка-палка, ладно, уже не глянем. О, собаки! Как пользоваться? Так, разве можно тащить дом новую штуку, не опробовав ее? Опа, нихера! Мне нравится пока что. Очень даже весело. Смотрю, ты не впервые держишь в руках копье. С копья начинает обучение. Ну надо же, как старые добрые времена, да? Я бы сам более зловеще не сказал. А бросать его можно? Можно. Так, мне теперь еще и копье надо вкачивать. Ну-ка. Хорош. Блин, копье прям разнообразило игру. Мне оно даже нравится больше, чем клинки, если честно. Че там, Л2 плюс Р1? Ух, блядь. Оно еще и стреляет. Прикольно. На, сука. Сдохни, мразь. Вонзите до 5 копий, а потом нажмите треугольник, чтобы подорвать их. Все копья взорвутся одновременно, да? Ладно, давай. 1, 2, 3, 4 и 5. Бум! Хорошо. На, 1, 2, 3, 4, 5. Подожди, я бум делаю. Ой, блядь, мне сейчас отпиздят, да бумкаюсь. Надо бы хилочку. Сдохни, мразь. Сзади, понял? Какому сзади? Ну что, приемлемо? Неплохо. Довольно-таки приемлемо. Копье Драупнер. В общем-то, готово к бою. Посмотрим, поможет ли оно нам отсюда выбраться. Блин, нормально, слышав, прокачать его могу? Да, давай вкачивать. Опыта, конечно, маловато, но... Так, это что? Это у нас открыто. Удерживайте треугольник, чтобы сильнее ударить копьем по земле, вызвать более мощный взрыв. Это мы берем. А, не берем? Не хватает? Почему? Не могу вкачать. Или вот это надо сначала вкачать все-таки? Нет. А что оно не прокачивается-то? Не прокачивается ничего. Почему? А, вот купить. А, я и шаг. Я не ту кнопку жму. Вот. Все тут прокачивается. Никакой паники не надо разводить. Это что такое? Быстро наносите удары, не получая урона, чтобы существенно увеличить урон от всех атак Драупнером в ближнем бою. Понял вас. А и что? Нажмите Р1 во время бега, чтобы мгновенно приблизиться к врагу и прыжком нанести сильный удар сверху. Берем. Все, отличненько. А, что там было? Оружие. Вот. Ну, я как бы понял. Солдатский тыльник. А, этот тыльник выкован девой из крови божества. Его изгибы напоминают мирового змея Йормунганда. Ясно, понятно. Так, а вот здесь у нас и вставить пока что нечего, да? Точно. Вон, видишь уязвимую точку? Надо пихнуть его туда. Это можно. Ну, четко. Теперь мы можем еще какие-то штуки совершать. Ага. Помнится, парнишка так лазил. Охеревшая рожа. Слушай, спасибо за то, что ты сказал. Приятно иметь друзей, особенно когда брат оказался паршивым руном. Он просто хотел тебя защитить. И ему решать было. Когда умираешь, имеешь право хоть знать об этом. Не унивай, Брок. Мы все порой умираем. Кто-то даже не один раз. Все, забыли об этом. Нам надо понять, на что способно копье. Давай. Возможно, придется придумывать на ходу. Так, и чё? Оп. Чё? А, мне показалось, тут что-то лежит. Так, вон туда можно кинуть. Сейчас будем разбираться.
Игра нам открывает новую... Ах ты ж, ёб твою мать. На! Сейчас мы сделаем тебе бум. 3, 4, 5. Еблысь. Хорошо. До свидания. На! Прикольно. На, сучара. Отставить. Раз, два. Все, поломалось. Сзади, понял, сзади. На, ой, а где ты? Блин, постоянно ее хочу вернуть, как топор. А он взрывается. На. А где гнездо еще? А, вот гнездо. Ёпс. Подожди. Сейчас, надо разбираться. Готово нахрен. Где? Где? Я же слышу, где-то есть. Вот она, на. Бум. Хорошо. А, так, подожди, я могу взрывать не только 5, до 5. Могу 1, 3, 4, 2, 5 взрывать. Больше 5 не получается. Ну понял, хорошо. А то я почему-то сначала подумал, что именно 5 раз надо воткнуть копье, чтобы оно сделало бу-бум. Получается, обшибся. Но это ничего, это бывает. Так. Так. Готово. А, подожди, вон там. А, вот. Вот это надо поломать чуть-чуть. Отлично. Воткнешь туда копье и сам не заметишь, как обстоятельства изменятся в твою пользу. Подожди, мне вон туда надо. Ну вообще нормально, видишь, ты талантище. Теперь нам стало больше доступных мест. Это же круто. Теперь мы сможем доставать штуки, которые не смогли доставать. И это, знаете ли, хорошая новость. Еще идеи есть, головач? Сейчас. Больше убавляешь, больше становится. Это время. Потому что чем дальше ты от памятных дат, тем важнее они становятся. Нет, забудь, вслух как-то глупо оказалось. Сегодня неплохо. Ой, тут, кажется, большая арена. Кажется, сейчас будем драться. Здравствуйте, товарищи. Бам! Не понял, блядь. Сейчас я тебе снесу кукуху. Ёпс! Готов. Это тебе. Бум! Где ты, мразь? На! Бум! Блять, думал успею, на! Хорош. Так, тут где-то гнездо есть или чё? А, нет, их просто было дохера. Так, мы отсюда вылезли, о! Смотри, видишь, вон там такая фигня. Подбери верный угол и кидай копье со всей силы. Типа, подожди. Видишь, как крепко сидит. Хочешь лезть? Хочешь качайся. Я вас понял. Так, а нам... Туда, да, надо? Или чё? Ага. О, пойдем. К веселым пиздулям. Такими вещами главное выбрать нужный угол. Иначе ничего не выйдет. Слишком сильно убок, слышишь или нет? Я понял. Надо прямо бросать. А если отсюда? Хорош. Смотрю, ты быстро учишься. Пойдем разломчик проверим. Уи!
Ну выходи, кто ты там? Живой, не живой? Ух ты, блядь. О, это Шлендлур. Загоняй в ловушку, в какую? Куда его загнать? А, это и все? С ними даже драться не надо? О, вы его поймали. О, привет. Извините, я не хотел вас напугать. Ты не напугал. Ну да, как разберетесь с делами, отнесите его Рататоску. Я вас понял. Ничего сложного, кстати. Я думал, надо будет махаться прям. Оказывается, не надо. Тыльник стихийной связи, улучшение для копья. Ну-ка, давай глянем. Что за тыльник? Стоп. А он что-нибудь нам... Ну да, он увеличивает. Это вот было у нас. Это плюс 17 к рунам. Ничего, пойдет. Берем. Кстати, мы там уже... Может, что-нибудь прокачать можем? Да, что-то можем прокачать. И что мы можем прокачать? Удерживайте Ле, вперед, нажмите R1 во время уклонения, чтобы нанести удар тупым концом копья. Я вас понял. Удерживайте R1, чтобы силой вонзить драупнерва врага сверху вниз. Ага. А вот это что? Быстро носить удар? А, это я уже видел. А это что? Зарядите ее копье. О, вот это прикольно, берем. Удерживать R2. Так, ну и на вот это осталось, давай вкачаем сюда. Хорошо. Угу. Главное не забыть потом это использовать. Так, я ж там ничего не пропустил. Да вроде там пропускать нечего особо. Чё, пошли, борода. Перекрыто. В смысле, блядь? Кого перекрыто? А, наверное, надо оттуда что-нибудь бросить. Например, копье. Чё там, где там перекрыто? Сейчас все откроем. Ёпс. У меня есть к вам обоим последняя просьба, и мы будем в расчете. То, что там случилось в кузне с той дамой, об этом ни слова, ясно? Ну да. Ладно. О, кто-то там. Кто-то там большой. Этих уродов не хватало. Может, злобни сделают все за нас? Давай подождем, посмотрим. Нет. Ну, поехали. Еблейс. На. Ой, сука, втащил все-таки. Смотри, что могу. Ну-ка. Ну, у него как-то нет стихийной магии, поэтому не получается. Сука. О, еще один! Нихера себе, вас тут понабежало, блядь! Подставить! Подожди! Бум! Я сзади, хорошо, я заметил, но уже поздно было. Бум! Так, надо как-то тут перемещаться. Стоять, сука! Ушел. На! Бум! Не надо так делать! Бум! Я вас понял, молодой человек! Отходим! Петушара! Сейчас, смотри, блядь, не добежал. Ну давай. Копьем мы тут не вывезем. Надо колдунство применять. Хорош. Брок, давай тоже дерись, там что-нибудь делай. Оп, хилка, мне. Спасибо. Топор, отстань. Иди нахер. Я слева, спасибо. На! О, минус один, минус один! Отлично! О! Веселуха, поехали! Иди сюда, сука! Мочи, урода! Мочи, козлов! Вот так вот! Вот так вот! Вот так вот! Ах ты, сука, иди сюда!
потеряйся. Еще есть кто? Всего хорошего. Лашпеты. Ого. На сегодня, пожалуй, хватит с меня переживаний. Собирай добычу, а я расположусь вон там. Ой, что-то нашел интересное. Самоцвет Игдрасиля, фрагмент амулета. Кусок разбитого амулета Игдрасиля позволяет оснастить амулет дополнительным гнездом для чар. Это хорошо. Нормально так. Насобирал всякого разного. Ну, давай мне теперь что-нибудь улучшать. Спасибо, Брок. Спасибо, Брок. Это хорошее копье. Ну еще бы. Так, амулет. Давай смотреть. Хорошечно. Так, теперь можно туда что-нибудь вставить еще. Чего по броне? Пока что ничего не улучшим. А нет, смотри-ка, можем улучшить. Можем улучшить. Сильность и защита увеличится. Давай, берем. Так. Хорошо. Давай посмотрим руки. Руки уже все. Нужен асгардский слиток. Здесь нужен асгардский слиток. Здесь нужен... асгардский слиток. Нужно два асгардских слитка, чтобы сделать красиво. Продать что-нибудь можно? Нет. Оружие. Копье. Штормовое пламя. Угу. Здесь тоже пока ничего. Ну, ясно, понятно. Особый предмет. Камень у меня остался, кажется, да? Камень остался. Стоп. Аксессуар. О, карающая печать улучшить. Давай улучшим. Что это и зачем, я не помню, но давай улучшим. Я что хотел-то? Где амулеты? Щиты, броня. А, вот амулет. Забыл уже все нафиг. Так, а мне бы вставить. А, чтобы вставить, надо... Натиск Хульдур. Слабая рунческая атака. Выпад копьем, вытягивающий стихию врага. Я вас понял. Берем. Прокачать можно? Не можно. Ладно, пока так справимся. Чё бы нам сюда такое вставить? Так, ну вот это уже что-то повеселее, смотри. Преимущество набора — увеличение урона от всех атак и способностей Кратоса. Плюс удача, плюс восстановление. Ой, здесь плюс руны 12, восстановление плюс 3. Удача плюс 10. Увеличение урона, наносимого в ближнем бою врагам, на которых действуют негативные эффекты. В зависимости от удачи. Интересно, девки пляшут. О, нихера, вот это мощная тварь. Давай ее поставим. Отлично. Ну все. А здесь, сейчас быстренько по навыкам пробежимся. Да, здесь уже что-то можно открыть. Да, берем. Хорошо, пока что все. Копье дай. Есть. Хорош, мужик. Ну все. Так, нам куда идти-то теперь? Давай, борода, счастья тебе, здоровья, хорошего настроения. Я поехал. Теперь это спуск? Видимо, да. Теперь это спуск. Сейчас я запущу эти ворота. Надеюсь, Синдри будет цел, когда Брок с ним закончит. Отношения между ними были непростыми и в более приятных обстоятельствах. Так. Куда я приехал? Где карта? Ага. А, ну вот здесь, кстати, было пятно. Я его забрал. Сундуки Норн я там не нашел? А как я не нашел сундуки Норн там? Беда. А как так-то? Блин. Ладно, потом придется вернуться сюда. Ну что-то я вообще не помню, чтоб не попадалось. Какой-то находил. Но это, видимо, не здесь, а где-то. А, ну может еще попадется. А, я все, я понял.
Здесь же он сундук. Сейчас мы его по пути подберем. Я все вспомнил. А нам в какую сторону, собственно? В какую-то эту. Куда все делись? Загадочно кряхтит. Теперь они знают. Я поговорить. Как отец с отцом. К слову сказать, я очень удивился, когда ко мне в гости пожаловал Атрей. С ним, кстати, все хорошо. И ему ничего не грозит при условии, что я вернусь в Асгард. В ближайшее время. А че этот гном так дерзко стоит, на меня пырит? Ты не охерел? И потом, нашему другу есть ради чего жить. Спорно. Ну, ступай. Только не шали. Новое копье. Добро ко мне дела нет, но он... И правда, мастер? Руки убрал. Пришел говорить. Говори. Ты же не хочешь войны? А, Кратос? Кровь на твоих руках, на руках сына. Я ведь тоже стремлюсь к миру. Давай поможем друг другу. Он пиздит. Знаю. Этот наш мальчик. Такой, как я и думал. Он умный, добрый. Он точно твой? Были сомнения. Шучу. Ты можешь гордиться им. По праву. Он ключ к обретению мира. С ним мы освободимся от оков судьбы. Мой сын тебе не ключ. У вас на родине не знают, что такое метафора? Вернее, не знали. Нет, прости, так нечестно. Я знаю, ты не тот бог, каким был. Сейчас твой шанс это доказать. Верни мне сына. Не то увидишь, каким богом я был. Ну и каким же? Скажи, Кратос. Ой, блядь, старый, ты нарываешься, по-моему. Что ты вообще знаешь об этом? Хоть кто-нибудь когда-нибудь тебе поклонялся? Молился тебе? Ты можешь представить такую любовь? Нет? Тебе плевать на смертных. Тебе плевать на всех, кроме себя. Кроме изувера, который убивает без разбора. Ты боишься того, чего даже понять не в состоянии. Чего удивляться, что твой сын не спешит обратно к тебе? Не слушай его, брат. Он хочет влезть к тебе в разум. Самоуверенный уебок. Не хватило же наглости тут появиться. По крайней мере, ты задел его не хуже, чем он тебя. Слабое оправдание. Очень вовремя. Покажи, что Брок тебе сделал. Вот, смотри, что сделал. Палку-убивалку он мне сделал. Ой, я... Блять, уже сзади там кто-то нападает, уже кого-то... Нихуя себе! Я тебя сейчас как, блять, беврёсну! Ну-ка, подожди. Ёпс. Ёптить. Спокойно, молодые люди, на! Не надо резких движений. Отставить. Хорош, блять. Я сейчас помашу кому-то. Блин, маленькое пространство. Пространство мало. Бум. Ой, блядь, не увидел, прости. Все, заебали. Пока что с кольцом небольшие проблемки у нас. Пока не научился я им еще хорошо драться. Да и вкачано оно слабовато. Блядь, какой. Че, большой, что ли? Че, крутой, что ли? Ага, а вот так. Ёпс! Кого там еще разъебать? Где они все?
Ну, расскажи мне про новое оружие. О, видала? В нем сила Драупнера. Любопытно. Ладно, пошли обсудим это по пути. Чё это? Если честно говорить, я волнуюсь. Мы создали оружие, способное убить Бога. Можно же сказать, что ты почти вернулся в форму. Боишься помогать очередному жестокому Богу? Я боюсь за тебя, брат. Это копье может развязать войну. Ту самую. Если тебя это больше не тревожит, то Фрея, наверное, права. Может, великаны и правда говорили о тебе? Так, подожди. Где сраная карта? Где-то вот здесь, по-моему, сундук. Надо не забыть посмотреть. Но нам все равно по пути должен попасться, так что, думаю, мимо не пройдем. А что это такое? А, понял. Это моя бумкалка. Так, так. Ну да, 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 нам в эту сторону. Пойдем, мать. Сундук подберем. Нет, это нам не туда. Чуть-чуть. Так, и вот здесь вот резко налево. Ну, не резко, вон там он. Как много беготни. Ну, ладно. Зато графон красивый. Ай, а, блин, так я до сих пор, наверное, не смогу открыть. А, нет, смогу. Бум. Прикольно. Вонзите по копью в каждую из трех рун, а потом подорвите эти копья. А-а-а. Вот как это работает. Так. Где-то вот здесь, по-моему, еще была. Иги. Руны восстановятся, если их все не бухнуть. Так, а где еще? Где-то же здесь, я, кажется, видел. Или не здесь. Мать! Ты руны не видишь? Что такое? Я вижу только одну. А еще должны быть две. Че это какая-то хуйня? Ну где-то здесь же должны быть. Я, кажется, их находил. Давай внимательно смотреть. Но они тут полю... А, вон она вторая, вижу. Вот она вторая. Так, и еще одна. Они пипец какие тут незаметные. Сливаются с окружением прям очень сильно. Вниз не спрыгнуть никак. Где же третья? Но и те же пассатижи. Где третья руна-то? Что это было? А, сбросилось копье? А, походу, да. Или нет? Ну, подожди, давай вот здесь посмотрим. Может, где-то тут? Где-то должна быть. Определенно, где-то здесь она. Может, с этой стороны? А, вот она! Охереть, блин! Вообще почти рядом. Все, готово. Ну да, что-то далековато они ее там поставили. Как бы можно запросто не найти и потерять. Две из пяти. Отлично. Так, наверное, уже можно что-нибудь вкачать, да? Конечно. Так, вот это нам надо. Нет, ближний бой. Ближний бой надо вкачивать. Так. Это что? Вонзенные копья можно взорвать, применив клич Драупнера. Берем. Это что? Да все берем. Все подряд берем. Удерживайте Л назад, нажмите Р1 во время уклонения. А это что? Ага, берем.
Ну, пока так. Прокачиваем все, что прокачивается. Так. Огонь. Проверяю. А, вот эта штука врагов притягивает. Бум. Нам ведь сюда? Я что-то забыл. Не, нам туда. О, опять на этой херне кататься. Поехали. Только тормоза не отломи, блядь, мать. Андрюха уже оторвал. Это копье Драупнер. Ты готов пустить его в ход? Для защиты от Рея. Я воин, лишь для него. И ничей я не бог. Я такой по форме. Но не по сути. Ты понимаешь? Думаю, разногласия — это меньше, с чем приходится мириться в нашем союзе. Если мы хотим убить Хеймдаля, остальное меня мало волнует. Да, кстати, Один имеет некоторое представление о наших планах. Так и думала, что слышала воронов. Проклятие. Что он сказал? Врал, угрожал, опять врал, а ты чего ждала? Думаю, что Андрей в Асгарде. Нет, боюсь, в этом вопросе я ему верю. Тогда остальное не важно. Неподалеку, у залива, я видела ворота. Твое копье проложит к ним путь. Сюда. О! Берсерк! Подожди. Сейчас будем драться. Еще одна могила берсерка. Ты знаешь, что делать, брат. Конечно, знаю. Получать по роже. Так, ну давай, поехали. Бездушный. Ух ты, блядь! Нихуя себе, блядь! Так, подожди, сейчас разберемся сначала. Чё ты за тварь? И как с тобой воевать? Так, ну хорошо, допустим. Понял. Ладно, давай еще попробуем. От этой штуки сложно увернуться. Я вроде увернулся, но не увернулся. Значит, надо пробовать блокировать. Оп! Вот здесь главное. Главное вовремя увидеть. На, сука! Я всю магию на тебя спущу, падла! Чё, обоссался? Куда убежал, пёс? Оп! Лох, не попал, иди сюда! Нормально! А чё я по тебе не попадаю? Оп! Иди сюда! Фуксина! Ты это самое! Подраться не хочешь? Хер ты убегаешь-то, пёс! Долби его! Где тут хилку я видел? Оп! Оп! Лох, не попал! Топор мне отдай! Оп! Не попал! Лох опять! И упор, блядь, вот теперь попал! И хорошо попал! Оп! Какой-то он трусливый, падла! Убегает постоянно. Да хорош там махать хуйней своей. Оп. Вот, смотри, что есть. Блин, на сложном уровне мы погребли уже. Раз 15, наверное. Оп. Главное вовремя слинять. Оп. Блять, оп. Успел, хорош. На! Дыню, сука, получи. Где он, где он, где он? А, можно же таргет на него поставить. Оп, успел. Блять. Ты теперь будешь заебывать этой хуйней, да? Опа. Оп, есть. Блок, не пригодилось. На. Бум. Блять, попал, попал, сука. Лечиться, хорош, отошел. Блин. На.
Но он хилками срет хотя бы. Можно с ним иметь дело. Хилку дай мою, пес. Это мое. Оп! Бум! Блять, опасно! Так, тут можно поебалу было получить. Мать, стреляй! Ты там еще колдовать вроде умеешь, да, если я все правильно помню? Отлично, на! И еще колдунство, лови! И вот так! Все! Земля пухом! В Альгале тебя встретят! Расскажи про этого короля. Еще чего? Воздух ради него сотрясать. И ради его берсерков тем более. Уроды. Все они. Почему ты раньше о них не говорил? Раньше ничего нельзя было сделать. Ты нашел эту рукоять, и все изменилось. Вот, собственно, и все. Да, так гораздо быстрее все проходится. Чары амулета. Надежность Асгарда. Хорошо. Так, ну, в принципе, думаю, можно и заканчивать. А нам еще далеко до точки назначения идти? О, броня, подожди. Амулет. А, ну его надо теперь вставить. Вот он. Че он нам... Ну, что-то ничего такого особенного. Ну, их же можно вкачивать, по-моему, эти амулеты. Их, кажется, можно прокачивать. Так, ну давай сразу навыки. Сразу навыки, сразу... А, это Фрея. Тоже, кстати, надо девку вкачивать. Вот это что-то красивое. Берем. Че еще? Стрельба. Стрельбу берем. Отлично. Так, теперь что по Кратосу? Ближний бой. Удерживайте Ле, назад, нажмите Р1. Берем. Все? Вроде пока все. А, я же хотел карту посмотреть. Далеко там еще идти, нет? Где вообще точка назначения? Ну, тут показывают 47 метров. Ну, пошли. Может, успеем даже дойти. Так, здесь надо прицелиться. Есть. Вот так мне нравится с берсерками драться. Вообще никаких проблем. Эй, здоровяк. Чё тебе надо, собака? Давай пообщаемся. Говори. Принеси мне кое-что. Молот. Оружие. Нет. Небольшой кузнечный молот. Он символизирует сопротивление. Единство гильдии и прочую чушь. Но был символом, пока асы не зарыли его под этой аляповатой статуей гнома в заливе. Гномы будут рады увидеть его вновь. Ты не боишься, что инхерии обратят на это внимание? Сей отец чуть не распорол мне горло, чтобы добраться до тебя, так что плевать. Как найдешь, приходи в таверну. Я вас понял. С этим копьем ты сможешь посетить новые области в заливе. Да, может, поищем молоток Дурлина, пока мы тут. Как скажешь, конечно. Да, обязательно поищем, но уже в следующей серии поищем. Собственно, все. Дурлин все-таки хитрая крыса, да? О, он еще что-то хочет говорить. Ты цел? В моей жизни впервые угрожают асы. Но лучше, чтобы больше этого не было. Все? Пообщались? Ну, собственно, да. На этом заканчиваем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, то в комментариях пишите. Но... Заебись. Четко. С вами был Геныч. Всего хорошего.